Доброе утро всем. Очень необычный проект, поэтому хотел даже показать. Вот такая вот межкомнатная дверь. Это межкомнатная, без порога. Вот такая толщина. Защита. Это второго класса пулестойкости. Вот это все защита каленым металлом. Но самое необычное, это вот такие вот решеточки. Таких решеточек, конечно, еще, честно говоря, не припомню. Вот такая вот полоса, 20-й пруток. Одна открывающаяся, вот такой вот вылет ригелей. Вторая глухая. Вот это как бы все будет установлено внутри частного дома. Это как внутренняя дверь будет. И решеточки тоже. Частный дом.